Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня у нас пятница, это значит распродажа всякого разного красивого серебра по очень хорошим, приятным ценам. Так, распродажа у нас будет, как и в прошлый раз, от компании Соколов. Всяких разных разнообразных вкусняшек, кто на прошлой неделе не успел. Сейчас вполне можете купить еще разных украшений на подарочки и себе, конечно, любимый. Первый комплектик у нас имитация жемчуга золотого цвета от Сваровски с фианитами. Небольшие серьги на маленькую и среднюю мочку уха. Вот, собственно, фианитики, дорожечка и вот такой золотистый жемчуг. Цена комплекта из трех предметов 1500 рублей. Вес серег 3,55. Кольцо здесь 18. Так, проверим, не ошибаюсь. 18. Вот такое вот колечко. Великолепное, высокое. И подвесочка. Тоже с фианитами. Вот такая вот подвеска. Жесткая подвеска, бегунок. Так. Вес 1,28. Вот такой у нас прелестный комплектик. Так, следующий комплект это серьги с подвеской без кольца. Но я потом буду показывать еще кольца с имитацией жемчуга тоже, так что вполне можно к ним еще подобрать будет отдельно колечко. Вот такой комплект. В прошлый раз он был шоколадно-золотой, теперь бело-золотистый жемчуг. Имитация жемчуга, опять же, от Сваровски. Очень хорошо здесь занижен замочек. Все части подвижны. Очень красивый такой комплектик. Цена комплекта 1300, вес серег 4,92. И подвеска. Вот такая у нас подвесочка. 1,76 вес. Повторюсь, комплект 1300. И еще один комплект. Он идет в позолоте. Серьги и подвеска. С шоколадной имитацией жемчуга от Сваровски. Вот так положим. Вот такая вот прелесть. Очень красиво. Здесь тоже фианиты, позолота. И вот позолота хорошо оттеняет шоколадный цвет имитации жемчужинки. Она такая матовая. Замочки немножко занижены. В треугольничке наверху еще фианитики. Так, вес серег 5,26. Цена комплекта 1600. Все изделия можете проверить на сайте по штрих-коду. Вот на сайте Соколов. Здесь регистрируйте украшения можно. Там периодически у них разыгрываются призы. Вот по этому штрих-коду, либо номеру. Ну, на сайт зайдете, там у них все это написано, рассказано. Так что, во-первых, вы проверите каждое украшение, что это действительно Соколов. Во-вторых, еще бонус призы. Так, вес подвески 1,89. И теперь, конечно, еще один комплектик сейчас покажу. Так, а потом, да, перейдем к колечкам. Колечки у нас все любят. Во-первых, их колечек много не бывает, да. Во-вторых, хороший подарок. Вот такой еще комплектик с крупным центральным фианитом. Комплект такой цветочком-косичкой, серьги и кольцо. Цена комплекта 1000 рублей. Занижен немножко замочек. Вот такие у нас сережечки. Вес 3,66. Комплект есть с кольцом 16,5, 17,5 и 18,5. Три комплекта у меня. Если надо, пишите мне тогда сразу, с каким размером комплект вам отложить. Так, и, конечно, наши кольца. Кольца буду показывать. Сразу размеры говорить. Для заказа мне артикул или скрин присылайте и какой вам нужен размер. Все данные для заказа под видео, вайбер, ватсап,
лучше писать. Я всем отвечу. Так, вот такое колечко, которое ну никак не хочет. Вот, фокусировалось. Центральный крупный фианит и мелкие-мелкие фианитики по бокам. Вот так это все выглядит на полировочке. Нежненькое колечко. Цена у него 400 рублей. Размерчики есть 18,5, 17, 16 и 17,5. Все по 400 рублей. Одна цена на все размеры. Так, дальше колечко с имитацией жемчуга. Вот вполне можно под комплект подобрать, где золотой и белый жемчуг. Вот под этот. Вот такое кольцо. Тоже будет хорошо смотреться. Сейчас уберу. Вот такая вот прелесть. Жемчужинки разных размеров. Имитация жемчуга от Swarovski. Крупное хорошее колечко. Так, цена 500 рублей. Размер есть 19,5. Есть 21,5, 19, 20 и 18,5. Все размерчики по 500 рублей. Дальше колечко бантиком. Давайте вот сюда денем. Вот такой вот бантик. Тоже есть в разных размерах. Фианитами. Вот такая вот прелесть бантиковая нежная. Цена у него 360 рублей. Размерчик есть 19,5. Размерчики есть. Сейчас я найду 19, 18,5, 17 и 18. Вот такая вот прелесть бантиковая. Сейчас я буду сразу просто убирать, а то у меня кольца позапутаются. Так, позолота с имитацией жемчуга и двумя фианитами. Сейчас мы настроим фокус. Вот такая вот у нас прелесть нежненькая. Прям нежненькое колечко. Два фианита и центральная имитация жемчуга. Цена у него 400 рублей, позолота. Размер 18,5, 18 и 19,5. Все по 400 рублей. Дальше ваши любимые аметисты. Колечко с аметистом натуральным, без фианита. Аметист ромбовидной формы. Без всяких фианитиков, просто серебро. Такой достаточно классический цветочек. Поближе. Цена у него 500 рублей. Вот здесь у нас аметист. 5 на 5 миллиметров где-то он получается. Размер есть 19,5. Тут размеров много. Так, 16, 16,5, 17,5, 17. 20, 18,5 и 18. Есть вот все размеры размерным рядом. Все по 500 рублей. Так, дальше раух топаз. Тоже натуральный, небольшой. Классическая форма. Был на прошлой недельке гранат. Теперь вот такой раух топаз. Коричневый. Тоже без вставочек всяких фианитов. Просто классическое колечко. Цена у него 350 рублей. Размерчики есть 19. Размерчики есть 16,5, 17,5, 16, 18 и 17. Это у нас все раух топаз. Цена 350. Так, позолота дорожка. Классика, фианитовая, позолоченная дорожка, нежненькая, тоненькая. Сниму. Ничего лишнего, просто вот такое вот нежное колечко. Цена у него
300 рублей. Размерчики есть 18, 19 и 17,5. Все по 300. Далее кольцо. Еще один веер на прошлой неделе был. И еще вот такой у нас веер есть с фианитиками. Веер или павлиный хвост. Очень хорошо тоже смотрится. Чем-то напоминает немножко короны. Такая прелесть. Серебро с фианитами. Цена 450 рублей. Размерчики есть 18. Тут размеров много. 17,5, 19,5, 18,5, 17 и 16,5. Все по 450. Это у нас веер. Так, убрали веер. Дальше кольцо. Необычное, с наноситалом. Синтетическим, такого, знаете, бирюзового цвета. Сейчас попробуем поближе. Мелкие-мелкие наноситалы бирюзовые. Кольцо, дорожка. Очень яркая, красивая. Вот такая вот дорожечка. Очень красиво прям. Необычное кольцо. Много-много-много мелких наноситалов. Сейчас даже почитаем, сколько. А, нет, здесь не посчитано, сколько штучек. Цена у него 380. Размерчик есть 18,5. 19,5, 16,5, 18, 19 и 18,5. Много размерчиков. Специально заказывала размерным рядом. Так, еще не все. Еще сейчас колец будет. На всех хватит. Кому, в общем, на прошлой неделе колец не хватило, потому что их, конечно, разобрали на подарки. Так, здесь у нас фианиты, синий центральный овальный фианитик и немножко такая вот, не знаю, как назвать, закругление с дорожкой из фианитов. Вот такая вот прелесть. Для интереса можете зайти на сайт по Аскалову официальный, сравнить цены, потому что цена вот на это кольцо меня вообще очень удивила. Хорошо, что у нас распродажа. Так, цена у него 400 рублей. Артикул, видите, размер есть 18. Размер есть 17. Так, 19, 16, 17,5, 16,5. Это синий фианит. Дальше. Вот такое приятное колечко с позолотой и фианитами. Такое графичное, нежненькое. Цена у него 300 рублей по золоте. Как не взять на подарок, да? Или себе любимый, например. За 300 рублей. Вот самое интересное, да, обычно под видео пишут мне там некоторые, да, цены завышены, цены прям ого-го. Где такие цены? Вот хоть бы раз кто под распродажным видео написал, боже, какие низкие цены. Где вы еще найдете кольцо за 300 рублей? Ладно, это я шучу. Размерчик есть 18,5, 17, 17,5 и 16,5. Тут уже не очень много размеров, больших не было. В основном маленькие. И заключительное колечко вам показываю. И, собственно, вы уже бежите в Viber, WhatsApp мне писать. Желательно, повторюсь, писать мне артикул или скрин. Или фото кольца и нужный размер. Вот такая вот прелестная дорожка. Тройная. С двух сторон фианиты. Мелкие. И в серединке просто вот капельки. Серебро в позолоте. Тоже все Соколов. Цена у него 400 рублей. Размерчик есть 18,5. Ой, тут много. 16, 17,5, 18, 16,5, 17. Вот, собственно, сколько колечек, сколько всякой красоты я вам сегодня приготовила. Повторю, все данные, номер Viber, WhatsApp для заказа внизу под видео в описании.
Там же наша группа ВКонтакте, Инстаграм и наш сайт, где тоже много всего интересного, всякие новиночки. Все, я вам желаю приятного вечера, удачных покупок. Говорюсь сразу, что отсылать эти посылки, вот сегодняшние, если даже вы сегодня оплатите, буду только в понедельник, потому что очень много заказов перед Новым годом. Отсылать буду, скорее всего, в понедельник. Вот вам приятных покупок еще раз, приятного вечера. Всех люблю. Вот вам еще красоты в ленту, видео. Всех люблю. Пока-пока.